Я прохожу Майнкрафт, но моя девушка Аксолотль. Она не может отойти от меня больше, чем на 50 блоков. И также, если она умрет, ее убьют, я проиграл. Ну и поскольку она рыба, каждые 5 минут я должен окунать ее в воду. Иначе она умрет. А если ты впервые на канале, обязательно подписывайся. А мы начинаем. Ну и всем привет, чувачки, с вами Милскал. И со мной сегодня Полина. Всем привет. Тихо-тихо, я хочу наложить на тебя колдовство. Заклятие. Колдуем, колдуем. Я тебя проклинаю. Клинаю, ты теперь Аксолотль! Не понял. Ты теперь Аксолотль! О, ты моя крошечка! Так, я себя отключаю от гейммода. Самая главная задача, это чтобы ты не умерла, потому что если ты умрешь, я тоже умру. Понятно. Слушай, а как я прыгаю? Смешно. Нормально? Нормально, нормально. Оп. Дай воды. Ёперный театр, нам нужно сразу же найти воду, потому что если Полина не будет мочиться... Каждые 5 минут, если Полина не будет мочиться... Штаны. То ты будешь погибать, тебе нужна вода. Я не знаю, я ни разу не видел еще источник воды. Сколько у тебя сейчас сердечек? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вода, 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 вот смотри. Бульк, бульк. А я буду задыхаться в воде, интересно? Нет, ты не будешь, ты можешь бесконечно. Рыба! Да, так ты... Рыба твоей мечты! А где моя еда? Почему у меня это железо не восстанавливается? Смотри, у тебя нет вообще еды, то есть я тебя должен кормить постоянно рыбой. Чтобы тебя расколдовать, нам нужно взять, пройти Майнкрафт. Как пройти Майнкрафт? Ну, то есть убить дракона. Полин, я тебя сейчас ударю. В смысле, мы сегодня будем убивать дракона? Ну да, ну типа. В прошлый раз ты победил дракона, потому что я победила дракона. Но никак иначе, понимаешь? Как ты в этот раз, когда я тебе беспомощная просто тут, это, лягушка? Слушай, не переоценивай себя, женщина. Ты вообще рыба. Поняла, что ты тут выпендриваешься? Ты только благодаря мне. Слушай, нам нужно сейчас облутать, тут есть вот гробница. Нам нужно ресурсы подобрать. Я так понимаю, это может быть железо, ну то, что нам нужно, по сути. Тебя каждые 5 минут нужно мочить. Ну, в хорошем смысле. Аккуратно, я ловлю, давай. Не поймал. Только не ныряй, пожалуйста, только не ныряй. У меня нет мозга, я циклоп. О, так. Жуй железо, жуй кулезо. Я там видел еще недалеко, у нас есть портал. Нам нужно сейчас облутать все, потому что в пещеру я не сильно хочу. Лечи меня, лечи меня, тварь, меня люди ждут. Блин, я не взял паутину, надо было удочку сделать, ты же можешь рыбачить. Ну-ка, погнали обратно. Нам нужно кормить тебя только рыбой. Сколько у тебя сейчас сердец? -2. -3. Жди меня здесь, сейчас. Я умираю, Антон, от быстрее, воду, 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 бегом, 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 бегом. Ой, смотри, смотри, я купаюсь. Да ты где? У меня еда уже закончилась. Вот я, твоя роковая ошибка. А что ты боком валишь? Так, нам нужно, короче, выжить. Сейчас будет ночь. Я сплю тут. Нам нужно добыть ресурсов как можно больше. Блин, мы вот только как будто начали развиваться. Какого черта? Сейчас придут зомби, придут скелеты, и нам хана. Вот это рай для меня, Антон. Я нашла рай. Где ты? Это рай. Где ты? Пройди вглубь леса сюда. Очень страшно. Точно мне сюда нужно идти? О! Я рыбка. Ой, типуди какая. Слушай, рыбка, рыбка, нам нужно как-то сейчас выживать. Давай со мной, прыжок, прыжок, иди сюда. Иди сюда, нам нужно повыше забраться, потому что сейчас будет скелет. Прыгай. Все, мне кажется, достаточно. Смотри, мы здесь будем, короче, выживать. А как я буду без воды? Ты, если что, будешь прыгать. А потом как? Слушай, я не все продумал, я понимаю. Давай, смотри, я ставлю верстак, я делаю сейчас удочки. А что, нельзя было сделать просто, типа, башенку в воде, не? Что такое умная? Или ты только о себе думаешь? Я не понял. Зашибись, да у меня нет блоков, чтобы туда забраться, на меня идет зомби. Слушай, а что потом делать? Ты сделай лесенку мне. Да никакой тебе лесенки, ты вообще меня скидываешь. Так я сейчас умру скоро. Не скоро. Бери удочку. Я не могу. Да блин. Так, тихо, я сейчас ловлю тебе рыбу, потому что нам есть вообще нечего. У меня сердца не восстанавливаются тоже. Ты видишь рыбу? Я тоже не вижу. Оп, иди сюда, кормлю. Ой, спасибо. Сколько у тебя сердец? Все. О, нормально. Воды нет. Прыгай в воду. Все, находись там. Ты слышал звук, когда меня убивает? Да, 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 ты так пищишь, пищишь. Меня сейчас зомби сожрут. Не-не, они на меня должны быть сагрены. А. Нет, на тебя не должны. А, не-не-не, он меня ударил и откинул меня. Так не подходи к нему, ты зачем к нему лезешь? Будь мужиком, спустись вниз. Мне страшно. Мне нужно рыбу поймать, тебе нечем кормить, ты понимаешь, ты умрешь просто. Я тоже. Ну давай лови, я пока тут погуляю. Я вижу свет. Слушай, возможно, там деревни есть. Отойди далеко, и ты телепортнешься ко мне на платформу. Иди сюда, кушай. Сколько тебе еще надо? Еще? Корми меня, мразь.
В смысле? Вообще несправедливо. Сиди здесь, у тебя только сердца. Сердца отнимаются, блин, постоянно. Очень вкусно было, спасибо. Скоро там ночь пройдет. Вот дать бы тебе тоже удочку, ловила бы. Слушай, я не могу рыбачить, зато я умею петь песни. Хочешь, спою? Только мы с конем по полю вдвоем. Почему мне не рыбать? Короче, забираем верстак, идем за мной. Бегом. Десантура такая. Ой-ой-ой. Да блин, я не могу бегать, я от него сейчас не убегу. Ё-моё. Смотри, что. Так, тихо. У меня есть... О, да. Все, погнали. Куда погнали? Ну-ка, сядь на коня, пожалуйста. Тихо, у меня есть идея, у меня два седла, я одно поймал. Сейчас будем путешествовать с тобой на конях. Только ты, я и мой аксолот. Я умираю. Быстро в воду, быстро, в канаву, Полина, в канаву, побыстрее. Я утопила коня. Бери опять, оседлай коня и погнали. Где-то здесь был неподалеку портал, я его не вижу. Погнали, нам где-то... А, вон портал, я дошел. Так, тут есть сундук у нас. Вот, удача, шелковое касание, починка, золотые слитки, кремень и арбузики. Я наконец-то... поем. Я хочу арбузики! Я не поем, потому что эти арбузы нельзя есть, они золотые. Так, по идее, мы теперь можем закопаться в пещеру. Нам нужно добыть железо, потому что у нас нет ведра, чтобы тебя постоянно просто водой пополнять. О, хорошая идея. А можешь меня покормить? У меня нет еды. Нафиг ты тогда мне нужен вообще? Не уходи! Я пошутила. У нас есть уголь, у нас есть камень. Уже отлично, на самом деле, мы прошли некий этап самого начального развития. Зашибись. Корми меня, тварь. У меня нет еды, ты понимаешь? У меня два сердца. А, слушай, я знаешь, что хотел тебе сделать. Иди сюда, ко мне. Вот я на поляне. Смотри, что могу сделать. Давай далеко от воды не отходить. Отличная идея, я бы сказал. Так, сейчас. Делаем вот так вот. Кстати, ребят, если под этим роликом наберется 50 тысяч пальцев вверх, то мы выпустим новую часть Майнкрафт, но моя девушка Аксолотль. Так что ставьте лайк, и если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что как вы смотрите видосы без подписки? Давай подписывайся. Раз, два, три... 4, 5. Если на колокольчик поставишь, вообще красава. Бери то, что в сундуке. Ты можешь взять, по идее. Да, взяла. А теперь добудь, пожалуйста, мне еды. Сейчас, смотри. Только единственное, ты не можешь подбирать, поэтому я буду бегать. Да, подбирай. Нам нужно пережарить все опять ночь. Куда так быстро? Алло, здравствуйте. Давай, собирай все. Блин, ночь. Как же я ненавижу ночь. Блин, помогай. Помогай! Помоги, пожалуйста, Полин! Полина! Ой, я убила! Отлично! Самое главное, что ты не умерла! Аккуратно там! Аккуратно, мы, кажется, здесь спавнились! Ой-о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 й! Быстрей! Все, го-го-го отсюда. Нам нужно найти какую-то деревню. Потому что без деревни мы сейчас вообще не выживем. Я не знаю, где добывать железо, потому что в 1.17 не спавнится очень редко. Так, повезло, я вижу башню. Там, возможно, будет железо. Погнали за мной. Мне нужна вода. Вода. Ты умираешь, нет? Вот вода. Иди сюда. Встань с лошади, иначе ты не мочишься. Так, теперь за мной. Бегом. О, у меня одно сердце! Черт, я не хотел есть золотое яблоко. Так, смотри, зайди, пожалуйста, на верхушку горы, хорошо? Я сейчас по-быстрому. А если мне вода понадобится? Тебе не понадобится, 5 минут уже прошло. А вдруг понадобится? Нет, ты только что ныряла, все нормально. А я сейчас по-быстренькому к ним. Я захожу, тут никого вроде бы нет. Даже странно, что тут никого нет. Здесь у нас древесина, жареная обычная картошка, пузырек, арбалет и стрелы. На самом деле, все пригодится. Самое главное, что можно будет хоть что-нибудь поесть. Я скормил пшеницу, блин, к лошади! А это была единственная моя нормальная еда! Ой-ой-ой, убегаем. Слушай, тут они заспавнились все-таки. Скоро рассвет, отлично! Выхода нет! Пол сердца! Я на кактус какого-то хрена залез! Ты где? Вот тут водичка, тропики. Нам не в тропики нужно, я там нашел, короче, еще один замок. Я в водичке, иди сюда. О, это слишком как-то божественно выглядит, капец. Офигеть. Мне кажется, это лучший рассвет в Майнкрафте. Нифига себе. Есть такой вайб Мадагаскара, да? Да, кстати. Это не Мадагаскар. Да, теперь Мадагаскар. Погнали, я нашел там заброшенную эту, саркофаг. Церковь заброшенную нашел, да. Оставляем здесь лошадей. Погнали, только со мной не спускайся. Ай! Наши лошади уходят. Еще одно золотое яблоко нашел. И еще одну броню для лошадей нашел. Ой, повезло нашим лошадкам. А рыбы там случайно нет? К сожалению, нет. А я не могу сама себя кормить лососем? Нет, только я могу кормить. Да? Я тут рыбу себе добыла, Антон, рыбу добыла. Возьми себе рыбу мне. Как? Как ты добыла рыбу? Я убила рыбу. Лосось в воде. Ты прям настоящий аксолотль, они тоже так делают. Но меня никто не кормит. Во-первых, тебе нужно покормить. Заслужила. Ура! Еще
можно еще? Вот это забери. Смотри, что я нашел. Так, раз, опа. Я нашел броньку. Офигенно, когда есть лошади, наконец-то броня нужна. У нас теперь лошадь бронированная. На крючке. Чё? А мне ничего не попалось. Вот а, она, вон она, рыба, вон она. Так, еще кормить. На. Лучше перебей эту рыбу, слышишь? Так, что ты там наловила? Ну-ка, ну-ка. Ой, какая хозяйка. Там дальше по этому, по реке. Хозяюшка всех перебила. Ой, я вижу, охотник, вижу. А не хозяйка. Хозяйка-охотник. Охотник. Охотник. Ты прям настоящий аксолотль. Ты заслуживаешь этого звания. Мне кажется, я по жизни аксолотль. Всех бьешь? Так, я делаю печь. Ага, вот коптильня. А в коптильне можно рыбу пережаривать? Надеюсь, можно. Можно! Сейчас мы будем, короче, жареный лосось кушать, потому что жареный лосось намного больше сердец дает. О, я убила кролика, Антон, собери, варежки сошьем. Там не сошьешь, ну ладно. Нам нужно овец убить, а я не знаю, где овец можно достать. Ты понимаешь, ты сейчас почти стак рыбы добыла, и мы ее сейчас все пережарим еще. Я еще добуду. Я верю, не надо больше, не надо, мы не успеваем уже пережаривать ее. Так, ты готова выходить в приключения сейчас? Иди, садись на лошадь, погнали овец искать, быстро, 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 быстро. У нас бронированная лошадь. Офигеть. Нам нужно найти либо овец, либо деревню. Либо мы убьем две лошади. Тоже годится. Мне кажется, где-то здесь должна быть деревня. Я вижу еще один портал. Погнали за мной. Очень неплохой портал я вижу. Так, нам нужно быстро раскопать все. Здесь где-то есть сундук. Так, где-то с этой стороны. Так, сундучок. Наконец-то! Слушай, офигенно. Погнали, нам нужно быстрее теперь воду найти. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Надо быстрее воду найти. Я нашел воду. Быстрее, за мной, за мной, за мной. Да-да-да. Вы только шрифта. Да-да-да. И обратно садись. Все, погнали, погнали, погнали отсюда. Капец, их здесь просто очень много чего-то. Я знаю, что могу сделать. Стоп, 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 пока могу. Так, вот так делаем. Делаем вот вон, так. Сзади, вот. Сзади, да, сзади. Да, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально. Так, есть. Так, 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 секундочку, секундочку, отцепитесь. Все, погнали, погнали. Я взял ведро воды. У меня теперь есть ведро воды, я тебе могу, если что. О, хорошо. Фух, мы дошли до этого. Наконец-то! Теперь осталось найти только деревню. Время ундердвир между нами. Шел 30-й день. Они все еще искали деревню. На их пути было куча монстров. Падал, гремел гром, прыгали зайцы. Полина все так же не умирала. Это то, что я думаю. Полина, деревня! Деревня! Как говорится, слышишь, если идти постоянно по прямой, то рано или поздно найдешь деревню. А вода у них есть тут? Есть, вот смотри, колодец. Колодец, иди сюда, быстрее. Я буду здесь жить, это мой дом. Да, притом реально ты там теперь живешь. Будь здесь, я порешаю взрослые дела, ты пока будь здесь. А я не могу всплыть. Так в этом и смысл. Так, тут у нас сундуки. Я теперь понимаю рыбу, которую ловят и кладут в ведро. Вот как-то так и живут люди. В общем, ребят, мы нашли классную деревню, в которой мы, наверное, немножечко ненадолго поселимся. А вы ставьте обязательно лайки, ведь 50 тысяч пальцев вверх выходит новая часть челленджа в Майнкрафте. А с вами был Мил Скал и Вэл. Всем пока. Всем пока.